Сегодня в Новосибирске завершается национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». В областной центр со всей страны прилетели известные продюсеры, режиссеры, артисты и авторы мюзиклов, претендующие на награды. Церемония вручения премии в эти минуты проходит в оперном театре. А с самого утра участники фестиваля показывали свои лабораторные работы. В театральном институте прошли питчинги эскизов спектаклей. Что это такое, расскажет Алексей Кудинов. Цель фестиваля – поддержать российские проекты, сделанные для музыкальных театров. Лучшие мюзиклы, рок-оперы и оперетты последних сезонов борются за премии, но параллельно идет состязание идей новых спектаклей. Приз – не премия, а возможность из набросков создать мюзикл, который возьмет в репертуар столичный или провинциальный театр. Я впервые на такой лаборатории. И никогда не видел до этого, потому что обычно как существует музыкальный театр в России. Постановщики сговариваются, затем артисты приходят, видят роль, получают ноты, и вперед уже постановка, и на конвейер это все запускается. А тут момент именно творческий, и когда тебе нужно на стульях что-то показать, и тогда включается больше творческий какой-то такой момент. И, ну, в общем, это полезно, очень полезно. Лаборатория музыкального театра работала всего несколько дней. В Новосибирске встретились композиторы, драматурги, режиссеры, художники и артисты. Им нужно было разобрать новый, иногда еще недописанный материал, отрепетировать несколько фрагментов, подумать над сценографией и представить эту работу театральным менеджерам со всей страны. Вот такой экстремальный способ создания нечто из ничего – это очень хорошая вещь, потому что в жизни мы часто какой-то проект задумаем, нет потребителя, и мы год его делаем, полтора, а это все можно сделать, оказывается, за 5 дней. Вот это за неделю. Так что это очень был полезный опыт. Когда люди подключены, когда люди понимают, что они делают, то даже из самого рискованного материала, как, например, из заявки мюзикла «Ведьма», рождается очень-очень интересная история. И вот это, конечно же, подкупает. В понедельник на сцене ДК «Энергии» в режиме нон-стоп показали эскизы 10 мюзиклов. Что-то было сделано очень схематично, что-то напоминало фрагменты уже готовых спектаклей. Проекты, приглянувшиеся театральным менеджерам, через год-два могут дорасти до полноценных постановок. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов. Новости ОТС.